Вы знаете, в одном из интервью, вот вы сказали, прям подряд в одном абзаце, надо быть эгоистом, да. И тут же, что надо быть жертвенным. Мне кажется, это же противоречие. Ну, либо ты эгоист, либо ты жертвуешь. Нет противоречия? Поверьте мне, никаких противоречий нет, когда в январе, как это Пушкин писал, снег выпал только в январе. Понимаете, эгоист, про эгоизм я говорил о том, что я нужен в делах своих, в деяниях своих здоровый, трезвый, ясный, дисциплинированный. А для этого надо ухаживать за собой. Надо чувствовать себя, надо лелеять себя. Понимаете, мы нужны обществу, цельные во всех отношениях. А для этого, конечно, требуется эгоизм. Хорошо покушать, выглядеть как надо и так далее. А жертвенным – это способность отдавать, не жалея об этом, потерять и забыть. Понимаете, вот только так. Жертвенность – это не быть хапугой, знаете как, не жадничать, иметь способность взяли и отдай, еще придет к тебе. Вот как-то не так вот оказалось. Жертвенность – это из моей трилогии. Терпение, жертвенность и непредательство. Вы меня запутали, но удовольствие я получил. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».